По словам преподавателя девочек Натальи Чунчуковой, девочки очень трудолюбивые, каждая из них талантлива по-своему. Они не раз участвовали в конкурсах подобного рода. Амралина Жанель заняла первое место. Это просто нонсенс, потому что в нашем городе, в нашей области, это впервые, когда пианисты занимают первое место вот с нашего Аксая. Поэтому это было очень большое достижение, это была большая радость. Они были награждены дипломами, вот такими дипломами были награждены, и кубками. Ну и как педагогу мне тоже какое-то благодарственное письмо тоже было предоставлено. Как отметила педагог, произведения, которые на фестивале исполнили наши девочки, были достаточно сложными для учениц третьего класса. Это соната композитора Гейништа, метелица Селиванского, пейзаж Смирнова и прелюдия Коровицына. Специально для нас девочки сыграли небольшой отрывок из произведения, которое исполнили на фестивале. К сожалению, Наталья Чунчукова не смогла сопроводить своих учениц на это значимое мероприятие. На фестиваль девочки поехали с родителями. Пианистки привезли оттуда не только призовые места, но и массу впечатлений. Мне очень понравилось, потому что было интересно. Было немного страшновато, только то, что не было с нами учителя. На все конкурсы, которые мы ездили, она была с нами. Ну, я была счастлива, что получила второе место. Боялась я сыграть, потому что... Ну, учитель с нами не поехал, а она всегда нас поддерживала. Никто так не мог нас поддержать, но мы все равно выступили. Была уверена, что я возьму первое место. Мы все говорили, меня все родственники поддерживали, говорили. Ты возьмешь первое место, не волнуйся, хорошо занимайся.